Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, каким образом правильно выбрать дом, в который вы хотите купить и заехать в дальнейшем. Если вы откроете какие-то ресурсы, на которых представляется информация о продаже домов, будь то Авито, Циан, Юла, еще какие-то другие дома, то вы увидите огромное количество объявлений от самых маленьких до самых больших, масса предложений, и зачастую неопытному человеку достаточно сложно сориентироваться и начать работу по подбору таких домов. Вот. Сегодня, возможно, наш ролик частично вам в этом поможет. Первое, с чего нужно начать, это определиться с локацией дома. То есть определитесь сами для себя, какие объекты инфраструктуры вам важны. Наличие детских садов, школ, либо вы хотите, чтобы близко проходила магистраль, либо наоборот, чтобы недалеко стояла остановка, какие-то определенные магазины. Есть в дальнейшем, наверное, стоит выяснить, есть ли какие-то шумные предприятия, которые создают определенные, может быть, неудобства или могли бы создавать неопределенное неудобство в выборе того или иного места вложения для вашего дома. Сразу хочется отметить, что все коттеджные поселки Стройгарант Анапа находятся в зоне населенных пунктов, и в них присутствует вся необходимая инфраструктура, и они удобны для комфортного проживания в наших коттеджах. Далее следует определиться с параметрами дома. Это какие-то определенные габаритные размеры, площадь дома, этажность дома, наличие каких-то подвалов, либо дополнительных еще помещений, как подсобные помещения, бани, сауны. В дальнейшем стоит учесть еще террасы, размеры террасы, проверить, какие интересные вам были бы коммуникации, подключенные к этому дому, и в каком состоянии вы хотите купить дом. В черновой отделке, в состоянии под ключ, либо в каких-то других вариациях. Далее стоит оценить дом визуально, определить ровность стен, толщину стен, какие там установленные окна, присутствуют ли двери, обратить внимание на фундаменты, уточнить у продавца глубину залегания фундамента. Стоит отметить, что наша компания при заливке фундамента учитывает геологические изыскания и из этого рассчитывает глубину залегания фундамента для того, чтобы и в зимний период, и в летний период фундамент вел себя стабильно. Если дом двухэтажный, обратите внимание на то, из чего выполнено междуэтажное перекрытие. Оно может быть как деревянным, так и монолитно-железобетонным перекрытием. Мы в своей компании используем монолитно-железобетонное перекрытие с армированием из стержней арматуры диаметром 10 и 12 мм. Также при покупке дома обратите внимание на утепление фасада, утепление кровли, из чего она выполнена, какая толщина утеплителя и какая плотность утеплителя. Это вам в дальнейшем поможет сэкономить денег на электричестве при отоплении дома и при кондиционировании его в летний период. Следующим этапом было бы неплохо обратить внимание на коммуникации в доме. Краны, задвижки, счетчики, автоматы, как все включается, выключается, есть ли протечки, все работает исправно, везде ли включается свет, ничто не должно замыкать, ничто не должно подтекать. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, возможно, они будут слишком дотошными, но на этом этапе вы сможете выявить все неисправности, потому что если где-то не работает какой-то элемент электропроводки и дом уже сдан в эксплуатацию, то достаточно сложно будет исправить это в кратчайшие сроки. Следующий немаловажный этап при выборе дома и при покупке дома, это является документы на этот дом.
Стоит посмотреть документы, понять, введен ли дом в эксплуатацию, имеется ли разрешение на строительство, какой статус земли, кто вообще этот человек, с которым вы ведете переговоры, является ли он собственником данного дома или это его какой-то законный представитель, на основании чего действует этот человек и прочие-прочие моменты, в которых, ну, придется углубиться и понять. В нашей компании есть специалисты, которые помогут вам правильно оформить все документы, проведут полное сопровождение от начала покупки земельного участка до ввода дома в эксплуатацию и помогут решить все возникающие трудности в течение кратчайших сроков. Может показаться, что выбор дома достаточно тяжелая и сложная задача. Отчасти это так, если вы ищете самостоятельно дом в произвольных местах. Неплохим решением может быть обратиться к крупному застройщику, который обладает определенными ресурсами, который может предложить вам выбор из нескольких коттеджных поселков, в котором строятся дома. Вы можете посмотреть историю строительства домов, качество строительных домов, можете пообщаться с соседями, которые уже заехали и о чем-то вам могут рассказать, и вы можете наблюдать за активностью этого строящегося поселка. Плюсом будет также то, что этот дом будет новым, то есть в нем до вас никто не жил, и, соответственно, все материалы, коммуникации, ремонт будут свежие в нем. Как правило, застройщик предоставляет весь пакет документов, и вам не стоит переживать о том, что что-то будет упущено или какие-то документы будут утеряны, или они не будут правильно оформлены. Порядок оформления дома, порядок ведения строительных работ, он отработан, и с этим никаких накладок уже не будет. Компания «Стройгарант Анапа» является крупным застройщиком всего побережья Краснодарского края с 2006 года. Много коттеджных поселков уже было построено и сдано. На данный момент ведется застройка ЖК «Жемчужина» – это село Цибанабалка, ЖК «Азовский» – это город Темрюк, и ЖК «Встречный» – это поселок Стрелка. Все наши объекты застройки расположены в максимальной близости к побережью, удалены от шумных трасс и максимально комфортно для проживания. Мы довольно часто проводим различные акции. Мы уже дарили бассейны, дарили бани, озеленяли участки, разыгрывали мангальные зоны. А сейчас в мае у нас действует 5% скидка на покупку дома. Поэтому торопитесь, спешите, обращайтесь к нам. Более подробную информацию по стоимости участков, по стоимости домов вы можете узнать по телефону горячей линии, который сейчас отображается на вашем экране. Звоните, готовы с вами посотрудничать.